Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! Сегодня я вам поведаю очередной сильный рецепт при различных проблемах с суставом, а также наших коленей. Что нам для него необходимо? Перво-наперво достаем различные виды соли. Желательно достать три вида соли. Обычная каменная соль, без добавок. Далее, гималайская розовая соль. И есть еще точно такая, называется гималайская черная соль. Все это можно купить в интернете. Далее идем на базар и покупаем сеточки свини, на которых размещен жир. Вот так они выглядят. Приносим эти сеточки домой и очень осторожно, не перегревая ничего, кладем эти сеточки в сосуд. Их надо совсем немного. Буквально вот такой кубик этих сеточек. После того, как мы извлечем жир, получится где-то стакан нутряного свиного жира. После этого все убираем, оставляем только сам расплавленный жир. И потом его сливаем в какие-то три баночки. Далее берем наши три вида соли. Примерно по одной десертной ложке. И на кофемолке отдельно каждую соль перемолоть на мелкую фракцию. После этого, пока еще жир не застыл, добавляем в каждую баночку наши три вида соли. Отдельно в каждую баночку. Первая баночка розовая гималайская соль. Вторая баночка черная гималайская соль. И в третью баночку добавляем обычную каменную соль. Очень тщательно все перемешиваем. Теперь может наш жир застыть. Просто его оставляем, и он уже становится белым. Вот так он выглядит. Все, теперь приступаем к самой процедуре. Перед тем, как перейти непосредственно к процедуре, перед этим необходимо сделать 10-минутные массажные движения. Если у вас локтевой сустав, начинаем его интенсивно массировать. Берите область подальше от сустава. Как сам сустав, так и выше. Все по кругу. Не менее 10 минут. Чем больше, тем лучше. Если это коленные суставы, значит еще с большей интенсивностью массируем как сами суставы со всех сторон, так и область внизу и вверху коленей. После этого просто берем и втираем наш жир. Очень хорошо массажными движениями дальше продолжаем, только уже втираем жир. Так же само полностью по кругу захватите область и побольше. Вот и все. Будьте здоровы.